И сижу и улыбаюсь, что я накопал. Причем особо не стал прилагать усилий. Думаю, раз мне скидывают фотографии Ленина в Америке, то почему бы мне самостоятельно в интернете не найти Ленина, который присутствует в огромном количестве американских городов. И первая статья: недовольный мэр Сиэтла. Кто не в курсе, где Сиэтл? Вот он, пожалуйста, северная точка США. А по моей схеме это плавно переходит в Советский Союз. Мэр Сиэтла недоволен, что Ленин стоит у них в городе, да. Но вот так вот американцы недовольны. В 18-м году они проснулись. Как это? Вождь мирового надо это, кстати, Пролетариат. пролетариата. Стоит 100 лет в Сиэтле, надо его сносить. Поэтому, как говорит уважаемый Алексей Кунгуров, давайте объявим охоту на памятники Ленина и самостоятельно найдем огромное количество Ленинов во всех американских городах. Значит, просто вот делаете скриншот, а скриншот размещаете, берете вот эту ссылку ВКонтакте, вот она под роликом под нашим. И у меня тут он не заработает, блин. Ну, кто зарегистрирует. Ага, смотрите, давайте я покажу. Заходите на вот эту страничку. Вот. Это я как бы обращаюсь. Вот наша группа. И это не я ее создавал, хороший человек. Ну и благодарность ему. Чат «Сотовая земля». И здесь выкладываете памятники Ленина. Вот смотрите, не напрягаясь, ну, для неподготовленного зрителя, возможно, это шок будет. Свет, как ты прокомментируешь? Как А я можно? прокомментирую? Я прокомментирую очень интересно. Программа «Минимум» и программа «Максимум» товарища Ленина – это революция на территории России, и потом гегемон, программа «Максимум» – это гегемон революции во всем мире. Ну вот видите, наверное, золотые слова товарища Ленина сбылись. Гегемон пролетариата по всему миру. Да, это действительно забавно. Этой фото я не видела. То, что ты сейчас показываешь. Но что могу сказать? Мы открыли нашу землю. Спасибо товарищу Ленину. Да, хорошие маячки вождь оставил для нас, потомков. Где территория и какая? По факту. Кошмар, ужас. Прям 2 копейки. Давай. Извини, что перечислил. Ребята, а кто когда строил эти памятники, ставил? Оленька, Оленька, пусть США. Леночка скажет. Давай, Леночка. Значит, то, что нам говорили, что это конец света, 12, это 21, 12, 2012, закончилась лицензия. Понимаете? И с этого года начали потихонечку просыпаться и осознавать. У них закончилась лицензия. У этой corporation свет. Я потом тебе скину, где я нашла. Я забыла, но я вспомню. У них лицензия закончилась. Поэтому пошло схлопывание системы. Понимаешь? Лена, быстро мне сбрасывай. Я теперь понимаю, мне не хватало вот этого пазла. Я понимала, что что-то не то. Мне надо приготовить, сейчас придет один, второй, третий, мне надо, не могу, сейчас свет вечером покопаюсь, сейчас вот просто слушаю прорыв. Слушайте, я вообще не напрягаясь, лажу по интернету. Вот, допустим, жители Нью-Йорка все-таки снесли Ленина на Манхэттене. Надоел им вождь, вот они его недавно снесли. Причем его, видно, не замечали, так как Ленин все время стоял на крыше и наблюдал. Памятник вождю пролетариата. Это что? Обожди. Город Манхэттен. Интересно, что рассказали самим гражданам Америки об этих памятниках. Что они там вообще делают? Город Нью-Йорк, Слав, это только район Манхэттен. Город Нью-Йорк. В Нью-Йорке стоит Ленин. Нью-Йорк.
Да, придется, Олег, Богдан, да. Оля, теперь уже лежит. А говорят, кто ж памятник, это ж памятник, кто ж его положит, пожалуйста, положили. Да, это ж памятник, кто ж его положит, надо же. О, друзья мои. О. Неужели в самом деле все качели погорели? Я Леша стоит, Леша стоит там. Слышишь, Славик, а может быть, мавзолей тоже где-то там находится, а? Ну, Эдвард. Ну, если поставить задачу, я думаю, и мавзолей найдем в Америке. Я бы уже не удивился. Чунин, он бланк, да? А внешность-то у него, конечно, я понимаю, что там могли клоны быть, а это ж Мар-2 прям лежит какая-то. Это какой-то не... Это Мар-2 косорылая, конечно. Мар-2. Мар-2, посмотрите на то, что лежит. Ну и фотографии, если посмотреть, это же вообще дебильная Мар-2 просто. Я не говорю ничего, что это Мар-2, это хороший национальность, нет. А то, что там лежит просто, и все фотографии, которые там вот есть. Мало того, что это все клоны везде разного типа, но они почему-то все косоглазые, и какие-то там и у него далеко посаженные глаза, и они такие вот, знаешь, вот то, что дебилизм присутствует, тут однозначно. Поэтому кто там мог эту революцию, то есть давайте зададим другой вопрос. Не вот это, вот это что-то другое. Ну, мы-то знаем, да, а вот кто не знает, вот это надо им донести. Пусть они хотя бы задумаются. Ну, что-нибудь откроют, почитают, ну, что-нибудь. Ну, это был близок немножко. Дело в том, что как такового пока мавзолея нету, но сейчас я нашел... Ну, я шутил как бы. Да нет, ты шутил, но вот информация, что хотят перенести мавзолей в США. Тело Ленина продадут в США, то есть много информации. Им памятников мало. А зачем им еще один Ленин? Так это же настоящий. Царь-то не настоящий. Ой, дураков, точно. Я не знаю, открывала ли ты Википедию по поводу памятника в Сиэтле. Тут очень интересная статья такая написана. Статую обнаружил среди лома гражданин США. Сейчас. Из Сиэквы по имени Льюис Карпентер, который в то время преподавал английский. Вместе со своим другом, местным журналистом, он сумел убедить власти в том, что статуя остается произведением искусства, достойным охраны. Даже несмотря на непопулярность коммунизма. И предложил продать статую ему за 13 тысяч долларов США. Да, очень круто. Операция обошлась $42,000, чтобы перевезти в США. Карпентер заложил дом, чтобы оплатить расходы на транспорт. Жесть, нашли каких-то вообще левых людей и сделали с ними историю по поводу памятника. Ребята, статуя свободы, которая стоит, когда вы подъезжаете к Нью-Йорку, вот эта вот статуя, всем известная свободы, привезена из Франции. Как вам это? Вот как? Ну, блин, я не могу. Веркакой, наверное, они точно возили все. Взяли из Франции. Да, французы подарили им, да, они же там сильно громко кричат об этом. Французы, кстати, такие же... Кстати, вот Америка и Франция, да? Очень похожие два. Китай, Франция. Опять же, кстати, с Францией вообще мы не разбирались. Надо чуть-чуть там подэтовать. Может, там Ленина найдем, а кто его знает, где он. Кстати, он же приехал с этого, со Швейцарии.